Очевидец. Вулканы. Вулканы говорят громко. Мощное, страшное, живописное. Каждое извержение – окно в недра под нашими ногами. Вулканы разжигают воображение. Они рождают мифы и легенды, возбуждают любопытство, зовут за пределы нашего мира. Вулканы творят, даже когда разрушают. Вулкан – дитя ненадежной планеты. Из глубин Земли рвется страсть к разрушению, реки лавы и тучи пепла. Потрясающее зрелище, но погодите, нашу треснутую планету раздирают еще и внутренние конвульсии. Землетрясение. Дитя тех же самых подземных сил, что бушуют в вулкане. Еще одно предупреждение. Земля напоминает, что ее безмятежность – лишь гигантских масштабов маскировка. Одно из напоминаний было в 79 году. Высоко над городами Помпеи и Геркуланум гора Везувий сбросила маску. Тучи раскаленного пепла смешались с выпавшим дождем. Хуже того, Везувий добавил ядовитых газов. Кипящая грязь и летучий пепел лавиной накрыли города. Люди не успели спастись. Улицы и дома стали братской могилой. Археологи, работавшие в середине 18 века, нашли останки жителей. Что может быть ужаснее? Верный солдат погребен заживо на своем посту. В Помпеях подземелье времени хранили даже обугленные остатки трапезы, например, миску с орехами. Отделенный от Помпей заливом, будущий историк Плиний-младший в ужасе наблюдал за гибелью города. Он видел судьбу своего дяди Плиния-старшего, который, следя за извержением, разделил судьбу многих, накрытых ядовитым смогом. На каждый действующий вулкан приходится много спящих. Временно. Гора Сент-Хеленс на северо-западе США – один из них. 123 года на ее молчащих склонах рос лес, и беззаботно селились животные. Какое обманчивое спокойствие!1984 год. Крафла в Исландии. 5000 жителей эвакуированы, когда лава подошла к городку. Каждый день лавы текло больше, чем воды в Ниагарском водопаде. При извержении земля часто трясется. Около Крафлы она раскололась трещинами длиной до 5 километров. Но землетрясения бывают и вдалеке от действующих вулканов. Январь 1995 года. Землетрясение в Японии, в городе Кобе. Толчки длились несколько секунд. Этого хватило, чтобы рухнуло 100 тысяч зданий. Угроза такой нечеловеческой силы заставляет искать объяснений. Как и почему происходят катастрофы? Когда и где ждать следующей? К 17 веку ученые считали, что у Земли огненное ядро. Недалеко от истины.
Теперь известно, что внутри не огонь, а расплавленная порода, магма. Скапливаясь в тесных камерах, сжатая магма все время рвется вверх и наружу. Но почему вулканы и землетрясения трогают не всех? Ответ лежит близко к поверхности. Тонкая кора планеты сложена из черепков. Как кусочки гигантской мозаики, континенты дрейфовали миллионы лет на свои нынешние знакомые нам места. Континенты — лишь выступающие части колоссальных плит, тех самых черепков, которые плавают на бурлящей под ними магме и сталкиваются. Самые потрясающие спектакли Земля дает по границам плит, ведь континенты продолжают свой дрейф. Когда две гигантские плиты стоят впритык, им бывает тесно, и они начинают толкаться. Землетрясение. Когда две плиты крепко столкнулись, одна подминает под себя другую или сдвигает ее. Магма от трения нагревается и, расширяясь от тепла, рвется в трещины. При этом она плавит окружающие породы, расчищая путь наверх. Вырвавшись наружу, магма приобретает новое имя – лава. И гора срывает с себя маску, становясь вулканом. Гора Сент-Хеленс, 1980-й. Столетняя спячка кончилась. Газ, растворенный в лаве, вырвался с такой силой, что горячая порода разлетелась в пух и прах, став потоками грязи и пепла. Извержение длилось 9 часов, но уже в первые 2 минуты повалило 10 миллионов деревьев. Полмиллиона мертвых стволов еще плавают в озере Спирит. А вершина горы стала кратером, в который легко провалится самый высокий небоскреб. Кратеры вулканов часто залиты дождевой водой. В одних она голубая и чистая, в других явно неприятная. Когда вулкан насыщает воду сернистым и другими вредными газами, озеро становится смертельным коктейлем. Пар из кратера напоминает об истории любви, рассказываемой Маори на Новой Зеландии. Два бога вулкана оспаривали внимание одной богини. Они метали друг в друга лаву и кипящую воду. Дуэль окончилась, когда один буквально взорвался от ярости. Согласно легенде, побежденный бог отправился лечить раны на дно моря. Там он был не один. Похоже, древние знали о ложе океана то, что лишь недавно открыла наука. Там тоже бывают извержения. Там даже больше вулканов, чем на суше. В 10 раз. Примерно 250 просыпаются каждый год. Некоторые из них несут жизнь, а не смерть. Их жерла, черные фумаролы, выпускают газы из дымоходов, иногда с небоскреб высотой. Эти газы вредны для большинства существ, но некоторые животные здесь процветают. Крабы-привидения, морские угри, черви в трубках, иногда высотой в 2 человеческих роста. Их питание зависит не от солнца, а от микроорганизмов, потребляющих сернистые соединения. Это не земной мир, но он на Земле. Наш общий дом — это планета, созданная сейсмическими силами. В Сибири вулканы извергались миллион лет подряд, формируя ландшафт из рек раскаленной лавы. Сейчас в Сибири заметно прохладнее. Вулкан может дать начало новой суше. Иногда подводные вулканы восстают из волн далеко от краев земных плит.
Их называют горячие точки. Здесь магма нашла слабое место в тонкой земной коре. Так возникли Гавайские острова, и к ним добавляется новый. У него уже есть имя, но лишь через десятки тысяч лет туристы смогут играть в гольф на Лаихе. Когда лава застынет, жизнь возьмет свое. Трещины заполнятся водой, потом рачками и рыбой. Вскоре подтянутся и другие морские обитатели. Со временем острые лавовые гребни покроются свежей зеленью. На изолированных островах типа Гавайев живое быстро меняется, чтобы выжить. Вьюрков занесло сюда миллионы лет назад, и они дали более полусотни новых видов. Сейчас каждый вид приспособлен только к своему специфическому рациону. Когда земля трясется вместе с водой, результаты особенно ужасны. Вулканы и землетрясения поднимают гигантские волны, цунами. При извержении горы Сент-Хеленс взрыв был только увертюрой. Колебания земли вызвали волну высотой в 150 этажей, поднявшуюся из озера Спирит. Но больше всего страдает от цунами побережье Японии. Может, это цунами пришла на помощь библейскому пророку Моисею? Расступившееся Красное море находится в сейсмически опасной зоне. А когда поднимается такая волна, уровень воды резко падает. По одной из теорий, израильтяне спаслись из рабства, проскочив прямо под носом у мощной цунами. Индуисты в Индонезии умеют страховаться от разрушительного действия вулканов. Они ставят статую Шивы, бога разрушения и созидания, на вершины гор. Вулканы могут разорить, но и обогатить могут тоже. Вулканический пепел полон питательных веществ из недр земли. Отличное удобрение, до 3 урожаев в год на рисовых полях. Полезно это и для винограда, растущего даже на склонах над Помпеями. Кому вино с Везувия? Самоцветы из подземных кладовых. Когда магма остывает, ее кошмар превращается в волшебный сон. Рубины, перидоты, гранаты, золото – все это бурлит внутри вулкана. И еще сера – кристалл, выпавший из сернистого газа. Вот почему вулканы пахнут тухлыми яйцами. Серой можно отравиться, но мы давно добываем ее и используем для изготовления резины. Процесс называется вулканизацией. В Японии жить, конечно, не сладко. Но народ научился брать лучшее от раскаленных недр. Здесь научились жарить яичницу на лаве. А вулканическую грязь просто мажут на голое тело. Японцы, страдающие ревматизмом, артритом, астмой и даже болями в животе, зарываются в горячий вулканический песок, славящийся своими лечебными свойствами. Даже эти макаки признают пользу горячей воды, бесперебойно нагреваемой вулканическим теплом, нашей бесплатной подземной котельной. Правда, иногда это отопление прорывает. Самый высокий в мире гейзер залил бы крышу Empire State Building. Кипящие и полные ядовитых газов эти ямы, фумаролы, кажутся безжизненными, но жизнь есть везде. Бактерии живы и здоровы, несмотря ни на что. Рожденные в глубине вулкана, они неактивны,
пока извержение не выбросит их наружу. Для более крупных существ вулкан тоже как родной. Бесхвостые кролики живут на 4 действующих вулканах около Мехико. Их меньше 600 особей, одни из редчайших животных на Земле. Может, не только здесь? Ацтеки уверяли, что видели этого короткоухого зверька на диске Луны. Жизнь на Земле в опасности, пока планету так трясет. Мексиканский миф говорит, что мир создавался 5 раз и разрушался 4. Ураганом, огнем, потопом и ягуаром. В 5-й раз его разнесет в прах землетрясение. Фольклор, но не такая уж выдумка. Планету трясет с тех пор, как она себя помнит. Одно из опаснейших на Земле мест – штат Калифорния, на стыке 2 напирающих земных плит. В 1906 году землетрясение буквально спустило Сан-Франциско с американской горки. Смертельный аттракцион. Землетрясения в Калифорнии поражают масштабами. Но основной удар принимает все же Япония. На нее приходится 1/10 всех землетрясений. Несколько мелких еженедельно и в среднем 1 крупное в 100 лет. В 1923 году Токио был снесен до основания. Неудивительно, что японцы боятся и почитают гору Фудзи, центр их сейсмически активной страны. Считается, что на ней живет бог солнца, защищающий народ Японии. За такую крышу надо дорого платить. Землетрясение может опрокинуть плиту и просто поджечь здание. В Калифорнии уже строят так, чтобы дома не падали от толчков. Осталось сделать их полностью несгораемыми. Большинству зданий до идеала далеко, а людям тем более. Лучшая защита – предвидеть опасность. Если бы это было легко. Японская легенда говорит об огромном соме, на которого разгневанный бог поставил землю. Когда сом пытается сбросить тяжесть, земля трясется. В смысле прогнозов на будущее сом – животное скользкое. Китайцы давно подметили, перед землетрясением черепахи лезут из воды, тигры перестают бродить, а панда поднимает морду и ревет. Похоже, у животных датчики чувствительнее наших. Пока. Мы можем утешаться тем, что постоянно совершенствуем методы измерения сейсмической активности. Сейчас, во время землетрясений, шкала Рихтера – это уже экспонат для музея. После извержения горы Сент-Хеленс ученые провели массу замеров. Купол магмы в кратере зависит от лунного цикла. Вздувается и опадает в приливы и отливы. Наблюдая активность купола, ученые смогли предсказать 17 будущих извержений Сент-Хеленс. Лазерным лучом они регистрировали мельчайшие движения грунта. Метод настолько точный, что может измерить диаметр монеты с летящего самолета. Чтобы понять вулкан, ученые стараются подойти к нему как можно ближе. Томас Джаггер, один из первых вулканологов, в 1912 году построил свою станцию на горе Килауэа на Гавайях. Дальше, как говорится, ехать некуда. Моррис и Катя Крафт изучили более 300 вулканов, снимая извержения по всему миру.
самая опасная профессия. Крафты погибли во время извержения одного из вулканов, на котором работали. Сейчас человеку не обязательно лезть в вулкан самому. Данте — это восьминогий робот, снабженный видеокамерами. В 1994 году Данте спустился в очередной ад — гору Спер на Аляске, действующий вулкан. Путешествие заняло 2 дня. Жара и газы убили бы там человека. Данте передал снятые кадры в Анкоридж, где ученые из НАСА ничем не рисковали. На обратном пути Данте опрокинуло. Не лавой, а обычной грязью. От роботов до радаров наша техника следит за вулканами. Гора Этна на Сицилии подробнейшим образом изучена из космоса. С помощью современной техники мы можем заглянуть и в более отдаленные вулканы. Это Марс. Смоделированный облет региона площадью Соединенные Штаты на основе переданных изображений. Вся цепь Гавайских островов поместится в этом огромном кратере в центре вулкана, названного Олимп. Венера — это сплошной вулканический ландшафт, где живы только краски. В мифологии планеты Марс, Венера, Юпитер — это боги. Вулкан был богом огня. После шумной ссоры Юпитер сбросил вулкана на Землю, чтобы он там проявлял характер. Так возникли наши вулканы. Легенды о них живут в веках по всей планете. На Яве индуисты верят, что бог Брахма, создав мир, поселился в недрах этого вулкана, одной из местных огненных гор. Раз в год ему воздают почести на празднике, в основу которого легло одно древнее предание. Как-то царская чета просила у Брахмы детей. И он согласился выполнить просьбу, если взамен ему подарят первенца. Счастливые родители забыли о своем обещании. В гневе бог схватил ребенка и унес его с собой в глубину кратера. В Ирландии святой Патрик обратил многих местных жителей в христианство. Возможно, ему помогли в этом далекие вулканы. Обращению ирландцев предшествовали катастрофы, опустошившие страну, неурожай и голод, которые предсказывала Библия. Эти неурожаи вполне вероятно могли быть вызваны извержениями вулканов в Исландии. Огромные тучи пепла могут закрыть солнце. После такой горячки миру грозит озноб. Память о переменах хранят немые свидетели – деревья. Если выбросы пепла приводят к похолоданию, годичные кольца становятся уже. В это время все растет плохо. Когда течет лава, природа не гибнет, а обновляется. Гора Сент-Хеленс демонстрирует не только разрушительную мощь нашей планеты, но и ее волю к жизни. Олени и хомячки появились на склонах уже в первое лето после извержения. Вряд ли они добирались сюда издалека. Просто выжили. Не они одни такие живучие. Грызуны-гоферы появились на поверхности.
Глубокие норы, как бомбоубежище, спасли зверьков от опустошившего землю взрыва. Вместе с комьями почвы они принесли сюда семена и корневища, которые проросли на голом месте. Пришли олени, хотя ученые считали, что в таких безжизненных местах крупным животным просто нечего делать. На горе Сент-Хеленс через 10 лет уже появились островки плодородной почвы. И даже молодой лесок. А многое просто скрыто от наших глаз. Открыты новые бактерии, типа вызывающих болезнь легионеров, целых 30. Ученые болеют новой формой гриппа, лихорадкой красной зоны. Еще более удивительные находки – бактерии, возможно, близкие к первым живым существам на Земле. Позволяют взглянуть не только на породы земных глубин, но и на крошечные организмы, живущие в их пластах. Несмотря на все открытия, наша планета остается загадкой. Когда трясется и рвется ее кора, когда взрываются вулканы, мы лишь одним глазком заглядываем в ее бушующие недра. Земля остается для нас такой же, как тысячи лет назад, непредсказуемой. Мы наблюдаем, изучаем, записываем, но так и не знаем, когда она снова захочет приобщить нас к своим сокровенным тайнам. Режиссер Санджида О'Коннелл. Автор сценария Энн Маклеод. Композитор Гай Дейгл. Художник Дин Стоктон. Операторы Шон Боббит и Мэтью Пойнтер. Продюсер сериала Ричард Томпсон. Фильм озвучен фирмой СВ Кадр на тонстудии Мосфильм по заказу телесети ТНТ в 1998 году.